Ребятки, всем привет! Так. Привет. Привет, привет, ребят. Ребят, хочу ответить на вопрос. Добрый вечер, Светлана. Светлана всегда такая разная. Спасибо. Привет, Андрюш. Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, такой отличный вопрос пришел. Отличный эфир. Благодарю вас за информацию, Света. А как можно принять болезнь? Вот, например, ваша астма. Вы ее приняли в свое время? Вот я вообще не понимаю этот пункт. Принятие чего-то или кого-то. Для меня принятие равно согласие с этим. Не согласившись с болезнью, я же ее, но согласившись с болезнью, я же ее прибиваю к себе. И как же ее потом убрать из своей реальности? Как исцелиться от болезни, например? Ведь я согласилась с тем, что она есть у меня, и тем самым зафиксировала. Объясните, пожалуйста. Но смотрите, здесь же не просто про принятие, да? Принятие согласия. Принятие — это не равно согласие. Принятие болезни — это когда ты понимаешь, что... Что такое болезнь? Вообще не важно, какая болезнь. Это может быть горло болеть, это может быть рак, это может быть астма, это может быть ревматоидный артрит. Вообще абсолютно не важно, какое у вас заболевание. Это говорит только лишь о том, что вы через ваше тело сопротивляетесь чему-либо, что есть снаружи вашего тела. И какая-либо болезнь — это всего лишь вы заболели той болезнью, которую вам проще всего ощутить, которую вам проще всего идентифицировать, что она у вас есть, чтобы разобраться в себе, а почему же так. И это не про принятие. То есть, смотрите, если бы у меня не было бы этого заболевания, то у меня бы не было той жизни, которая есть у меня сейчас и у каждого из вас. Но эта жизнь, к которой вы пришли, это всего лишь ваш выбор, чтобы быть вот в этой жизни. Давайте я поясню еще немножечко по-другому. Смотрите, когда у меня была астма, у меня был выбор. У меня был выбор умереть. У меня был выбор пойти вот в нетрадиционную медицину, в которой я не вылазила. И у меня был выбор пойти туда, откуда могла я не вернуться. Да? Жизнь без еды, без жидкости. И когда мне стало легче, это как раз я сегодня у нас с ребятами был один из очередных дней марафона, вот, и мы с ними как раз об этом говорили. То есть, когда мне стало легче, мне предложили встать на очередь по пересадке легких. И для меня это было как таким, знаете, таким: о, класс, я задышу как нормальный человек, что я начну ходить, я начну бегать, я могу заниматься спортом, я могу там куда-то ехать, не боясь, что я где-то там задохнусь, мне нужно будет поставить укол там или еще что-то.
А в детстве еще, знаете, тем более я вспоминаю вот эти вот состояния, когда тебе стыдно от того, что ты задыхаешься. Ты не можешь вот этот баллончик баллончиком подышать, потому что, ну, тоже как-то неудобно, неприятно, что какая-то ты больная, что ли. И когда вот это вот предложение поступило о пересадке легких, я сначала очень обрадовалась. А потом я посидела и подумала, думаю, ну, мне мой организм дал вот это заболевание. Дал мне это заболевание, чтобы что? Ну, как минимум, чтобы я начала слышать и слушать свое тело. Это первый момент. И помимо слышать и слушать свое тело, это еще я его услышала, а что дальше? Как я с ним дальше могу работать? Как оно со мной будет работать? Как оно со мной будет взаимодействовать? И когда я поняла, что вот тот образ жизни, который я начала вести, это какие-то периодические голодания, это заход, выход. И я понимаю, что у меня начинает... Я начинаю жить по-другому, начинаю дышать по-другому. И потом думаю, это как предать свое тело. То есть оно мне говорит, да, верно, мы идем вот этой дорогой, и этой дорогой ты пойдешь дальше. Пойдешь дальше. Куда? Это зависит тоже только от тебя. Но ты будешь идти, ты будешь идти, ты уже не будешь стоять. И если бы я согласилась на пересадку легких, то многие вот эти моменты, через которые я прошла, я бы их не ощутила. И вы думаете, у меня бы что-то не заболело другое? Нет, такого бы не было. Тогда бы случился какой-нибудь другой казус, тогда бы что-то выскочило, какая-то болячка, какое-то заболевание еще. И люди, которые работают со мной, которые приходят иногда с такими заболеваниями, о которых я даже не слышала. И когда они приходят, у меня иногда бывает страх. Я думаю, блин, а вдруг я не помогу им? А вдруг они не исцелятся? А потом я понимаю, это всего лишь болезнь, неважно, как она называется. Это всего лишь реакция тела на твой внешний мир. Твоя внутренняя реакция, твой внутренний ты на внешнее, то, что есть внешне, в мире. И эта болезнь вообще не, она не важна какая, потому что уже я на себе испытала. У меня достаточно много ребят на себе испытали. Можно посмотреть, даже залезть какие-нибудь в интернет и посмотреть. То есть люди избавляются от таких заболеваний. И я могу сказать, что самая лучшая и волшебная таблетка от заболеваний, от психологических, от физиологических. Это, конечно же, давайте его назовем лечебный голод, лечебное голодание. И да, у вас там очищается организм, у вас там очищается тело, у вас оголяется психика. И вот с этим вот, как натянутый нерв, с этой оголенной психикой, вы можете зайти в такие дебры к самому себе. Но здесь нужно понимать, насколько вы готовы туда идти, насколько вы готовы понять, для чего вам это. И это не про принятие болезни, это про понятие болезни. Я ее себе взяла, чтобы что? Я с ней нянчусь, чтобы что? Чтобы узнать о чем, чтобы через меня пошла какая информация, чтобы я что могла отдать через эту болезнь. И когда ты вот это осознаешь, то у тебя приходят абсолютно другие понимания. Приходят те понимания, что, например, человек идет на реинкарнацию только тогда, когда у него есть привязки, привязки к этому миру, к этой плотности. Эти привязки могут быть абсолютно любыми. Эти могут быть привязки материальными. Эти привязки могут быть духовными, душевными, физическими, психическими. Абсолютно неважно. Это, знаете, как будто как въедается в твою душу. Въедается в твою душу то, в чем ты живешь. И когда для тебя это является ценностью, когда это для тебя является чем-то
важным в твоей жизни, неважно, что это. Это может быть важность людей, которые вокруг тебя, и ты придал эту важность. Это может быть крючок той же еды, тех же напитков, любые напитки, вплоть до алкогольных. И это то, через что ты получаешь эмоции. И если тебе интересно быть в этих эмоциях, то ты будешь и будешь и будешь приходить на реинкарнацию здесь. Потому что пока ты не пройдешь вот эти плюшки, пока они тебе будут интересны, пока ты этим не наешься, как ты можешь пойти дальше? Куда ты пойдешь дальше, если ты будешь всегда оглядываться? Это знаете, когда говорят, что там, ой, я так люблю что-нибудь там, например, сладенькое, тебе говорят, нужно убрать сладкое, но ты его уберешь из своей жизни. Но думать ты об этом не перестанешь. Ты можешь убрать все шоколадки, все прелести сладкие в своей жизни, но будешь вспоминать постоянно о них. Это значит, что твое внимание будет все там же, в этих сладостях. И здесь точно так же. Как ты можешь пойти на другой виток своего развития, если ты все время будешь возвращаться сюда, к этим эмоциям? Так, ребятки, столько вопросов. Давайте сейчас я почитаю. Секундочку. Здравствуйте, здравствуйте, привет из Алматы. Ой, здорово. Мне кажется, твой папа африканец, а мать русская. Вы знаете, что в Африке очень-очень сильные вибрации, и там слой земли абсолютно другой. И об этом очень часто, ну не очень часто, а всегда замалчивают. Очень редко где можно найти информацию о том, какие там ресурсы у этой земли. Какие ресурсы и какие вибрации. И вы никогда не задумывались, почему именно в африканских странах до сих пор много племен, которые живут без еды, без жидкости и без сна. Вообще без сна. Да, и там такие племена до сих пор существуют. Они, естественно, не любят обычных туристов туда особо. И не ездят, не особо про них кто знает, но там абсолютно другая почва. Там абсолютно другие вибрации. Так, Ахмат Сива. Где ты сейчас, блин? Так, на Мальвин. Лучшее лекарство от всего – вера. Но, ребят, с этим я немножечко не согласна. Смотрите, я уже неоднократно говорила, что такое вера. Вера – это то, чего не существует для тебя. То есть, смотрите, я держу телефон. Мне нужно верить в то, что я держу телефон. Нет, я это знаю. И вот когда у вас есть знание, вам вера не нужна. Вам нужна вера только тогда, когда вы этого не знаете. Наверное, все-таки лучше уходить в знания, потому что вера, она всегда останется где-то туманной, где-то рассеянной. Где-то она всегда будет, и вы будете всегда себе врать, что это, наверное, где-то есть. Ведь я в это верю. Но ведь вы можете взять любые знания, которые есть, потому что они ваши, они не засекреченные. И эти знания все есть через вас. Как от кармы не убегай, она тебя настигнет. Поэтому хотеть от поставленного жизнью испытания не получится. Но, ребят, чем больше вы будете говорить о карме, тем больше она у вас будет. Что такое карма? Это всего лишь результат того, что вы сейчас думаете. А если вы не думаете мысль, а если вы живете жизнь, вам не интересно мыслить те мысли, которые проходят. Вы просто делаете делание,
живя эту жизнь. Тогда вы уже делаете только то, что вам по душе. Вы не перетягиваете одеяло через чувство важности своих близких на себя. То есть вот эта вот карма досталась мне там от кого-то. От бабушки, от прабабушки, от прадедушек, там еще от кого-то. Вот они вот у меня все были. Оставьте им это. Это же был их опыт. А вы просто этот опыт считали своей ДНК. Но это не говорит о том, что вы должны жить так же. Но это только ваш выбор, всегда ваш выбор. Так. Спасибо большое за комплименты. Здравствуйте, Светочка. У меня вопрос о состоянии вибрации. У меня семья, дети, и живу далеко от своих родных, в другом городе. Когда я еду в гости к родным, у меня состояние и вибрации сразу же снижаются. А у тебя они снижаются? Потому что ты их видишь на других вибрациях. Ты не позволяешь быть другим, такие, какие они есть. Ты поделил на низковибрационных людей и высоковибрационных людей. Но по факту этого ничего не существует. Ты можешь быть на любой вибрации, единоразово, хоть как, хоть когда. И если они у тебя вот такие, ну, к примеру, да, ты там что-то познал, что-то ты читаешь, что-то видишь, а твои родственники едят не ту еду, которая тебе интересна, там, я не знаю, ходят не туда, где тебе интересно, и ты их считаешь не такими продвинутыми, просветленными, пробужденными, но это же только твое видение, это твое видение на основании тебя. Это всего лишь то, что ты себе придумал, чтобы выделить себя из толпы, неважно, это родственники твои или нет. Просто позволь другим быть другими. И ты едешь к ним не чтобы перетянуть их какие-то вибрации, их образ жизни, и не научить их своему образу жизни, а ты едешь просто побыть с ними. Но если тебе не интересно быть с ними, если тебе не интересно туда ехать, то это нужно тогда по-честному признать и не ездить. Учитесь быть честными с собой. Не нужно делать то, что, ну, это же положено, но так же нужно. Но вот это же по-правильному. Нет ничего правильного или нужного. Пока вы не научитесь жить по душе, вокруг вас никто не будет жить по душе. Вы всегда будете зациклены только на том, что вы несете, что вы можете взять у кого-то или что вы можете дать. А вы уже есть отдача, полная отдача себя. Так, даже появляется ощущение нехватки воздуха. Когда уезжают, у них вибрации сразу прямо поднимаются. Они мои родные, но много времени не могу находиться вместе с ними. Очень сильно ощущаю низкую вибрацию. Вы понимаете, вот эта вот важность себя какая? Переодевайся, иди. Я тебя тоже люблю. Хорошо. Давай. Удачи вам ее эфир посмотреть. Позволь им быть в своих вибрациях. Не думай, что у тебя вибрации выше или ниже. Ты же смотришь это только со своей позиции. А они, может, думают, ну ты что за дурачок? Вот нет бы, чтобы вот так вот жил. Им кажется, что ты где-то ниже их. Нет ниже или выше. Есть только восприятие. Почему ты так воспринимаешь? Почему тебе важно быть на другом уровне себя? Это ничего не трогаем. Это только я развешала. Но знание начинается с веры. Вера — знание. Знание — образ жизни. Но вера — это основа всем знаниям. Ну, я с вами не совсем согласна, что знание. То есть, когда вы буквы учите, вы же не верите, что это буква А. Вы же знаете, что это буква А.
Тут не с веры начинается. Но если для вас это, для вас это удобно, для вас комфортно жить в вере, то почему нет? Но для кого-то другого, как вера, она на очень не первом месте стоит. Которые есть знания. Это могут быть мои знания, вы можете брать мои знания, но вы можете их принимать, а можете не принимать. Это всегда ваше право, ваш выбор. Если пища дана людям для совпадения с земными вибрациями, то как чувствуют себя на земле нееды? Ведь вибрации очень сильно изменяются в тонов. Если пища дана людям для совпадения с земными вибрациями, ну, наверное, не еды больше, чем земля. Ты же уже видишь не только эту землю. Ты же можешь находиться не только в этой галактике. Ты же можешь видеть и другие галактические рукава. Там же тоже есть знания. Есть другие знания, которые при определенном восприятии тебе кажется, о, это что-то нереальное, это что-то неземное. А когда ты позволяешь себе расшириться, уплотниться и знать больше, то тогда ты начинаешь их просто считывать и видеть. И тебе не нужно в это верить. Ты это просто видишь, ты это знаешь. Но не обременяешь своими знаниями других, кто не готов к этим знаниям, кому не нужны они сейчас. Вот и все. Добрый вечер, Светлана. Только недавно нашла ваш канал. Подскажите, пожалуйста, вы затрагивали в своих видео где-нибудь тему телепортации? Очень интересно, что вы знаете об этом. Благодарю. Но тему телепортации особо я здесь не затрагиваю, потому что по алгоритмам соцсетей это не очень привлекательная тема. Все, что касается клеток, телепортации. Да, я об этом говорю в закрытом клубе, мы о таких вещах говорим, я рассказываю в закрытом клубе рассказываю о том, как я сейчас прохожу обследование, показываю какие-то анализы, документы, фотографии, чтобы они понимали, что не нужно верить мне, есть конкретные факты, и есть и факты, которые они могут узнать на себе. Вот, это те факты, что, например, растут зубы, те факты, что ЖКТ становится другой формы. Вот, это все есть, это все не нужно никуда верить, это все можно показать, но в открытом доступе это сделать не очень корректно. Привет, а вы психолог? Да, у меня есть два психологических образования. Я психолог и психоаналитик. Мне за 50. Всю жизнь еда и готовка были центром моей жизни и семьи. Пробовала голодать. Ощущение было, что теряю скелет своей жизни, смысл и счастье. Надо что-то заменить. А на что не... Надо на что-то заменить. Да, наверное? А на что непонятно? Нет, ребят, когда вы что-то... Вообще 50 лет — это... такой детский возраст, да? Почему я говорю, что детский возраст? Потому что у меня есть реальные примеры, когда на мои семинары приезжали люди, которым далеко за 120 лет, которые выглядели, ну, потрясающе, которые совершенно не собираются ни стареть, ни умирать, пока не выполнили какие-то свои, не наработали свои какие-то... Опыт, радость не познали, ту, которую по каким-то причинам не могли познать, да? Вот. И поэтому, когда мне говорят, там, мне уже там 50, мне уже 70, я думаю, девочки мои, это только начало, это все. Ну вот здесь вот могу сказать, поверьте, это все зависит только от вас, потому что, ну что такое 70 лет? Это вообще ничто. Все же прекрасно знают, что наши внутренние органы, это же открытая информация, что наши внутренние органы, каждая клеточная структура меняется от 2 до 7 лет.
То есть все наши органы обновляются от 2 до 7 лет. Неважно, как... Нет, это важно, как вы живете, но тем не менее, что представляете, насколько вы можете постоянно регенерировать. Вам не обязательно стареть. Вы же только когда понимаете, что вы не готовы уже быть в этом теле, которое вас тоже ограничивает в каких-то моментах, то только из этого состояния вы можете уйти в следующее состояние себя с открытой памятью, не забывая что-то. Но здесь вы можете находиться в этом теле столько, сколько вам будет нужно для каких-то своих определенных моментов. Не потому что вы постарели, стираются орган там или еще что-то. Они регенерируются. И это уже давнишний научный факт, который доказывает, что как меняются органы. То есть у меня приезжали люди с документами, которые мне показывают, как отрастают конечности, которые показывали, как женщина отрастила новую поджелудочную, а старую расщепляет внутри себя. И это все показано медицинскими документами. То есть это все есть. Просто это не очень удобно выносить на общую массу, но представляете, если все об этом будут знать. Хотя могу вам сказать, что многие об этом знают, но это неудобно в это поверить, потому что очень приятно находиться в состоянии дурмана, в состоянии вот этого обезбола, который называется там едой какими-нибудь там, напитками, там еще что-то, и алкоголем в том числе. И не каждый готов от этого уйти, потому что кажется, если этого не будет, то что же тогда будет? Это же будет серая жизнь. Но вы заблуждаетесь. Так, так, Светлана, подскажите, как справиться с тем, что по телу идет ток, начиная с ног и до головы, как будто электрошокером бьет, при этом сильная слабость, головная боль, температура 34,4, по телу сильный жар. А это у вас когда началось? Почему это началось? Какой у вас образ жизни, какое у вас питание? Вот эти вот все моменты тоже нужно знать, потому что я не понимаю, что с вами происходит. Вот. Но на сегодняшний день я могу сказать вот то, что вы написали, что у вас идет внутренняя очистка. Вы чиститесь, да, внутренняя очистка чего-то, какого-то органа, который берет на себя определенную энергетическую структуру. Когда у нас органы чистятся, они могут внутри разогреваться, а могут, например, чтобы, наоборот, регенерация как бы склеивалась, и межклеточное пространство было не настолько горячим, то может температура тела, наоборот, падать. Я часто слышу лай собак. Скажите, у меня все ок? Да, Макс, это моя собака. Она сидит у меня все время здесь. Да, поэтому... Без этого никуда. Принимаю ванны с солью и содой. И пью воду с содой. Немного становится легче. Ну, смотрите, ванны с солью и содой, наверное, они хорошо. Но мне кажется, они такие достаточно агрессивные. Ну, это мне так кажется, да? Может быть, для вас они хороши. Потому что с ними же тоже нужно аккуратно. Они не вытягивают тяжелые металлы, когда вы принимаете ванны, а они вытягивают жидкость. Жидкость — это хорошо, если они будут вытягивать жидкость, которая с какими-либо воспалениями, то это хорошо. Но если она вытягивает жидкость даже с теми же воспалениями, нужно смотреть, как у вас с костями. Не болят ли у вас колени, ручки не болят ли у вас. Нужно вот это вот смотреть, потому что очень калий тоже вытягивает, кальций вытягивает. Света, ты красивая. Спасибо большое. А сколько вам лет? Через сколько? Ну, в общем, в следующем месяце будет 45.
Как мне нравится расширение возрастных шаблонов. Благодарю. Светлана, доброго вечера. Даже вопросов уже нет. Вроде что-то крутится в голове, но уже настолько все понятно, что просто бери, делай. Ой, здорово. Спасибо, Наталья. Спасибо большое. Да, ребятки, задавайте вопросы. И эти вопросы, которые вот еще поступили, спасибо за сердечки, очень приятно, которые поступают, почему вы не делаете обзор ваших исследований здесь. Ну, потому что я, когда выложила одно из первых исследований крови, то у нас сразу же заблокировали канал, и мы его восстанавливали. То есть это не потому, что я жмусь какими-то анализами, да, у нас это юридически не так просто все сделать, поэтому я это делаю и делюсь с удовольствием, чтобы ребята понимали, что это все возможно, но где-то уже на закрытых площадках. И рассказываю, что у меня происходит, как у меня происходит, какие со мной работают люди, сколько нас на сегодняшний день, 6 человек, которые в обследовании. Вот. Но людей на самом деле таких достаточно много. Вот. И тот, кто на экранах, ну, я не скажу, что там медийное, потому что, ну, что меня там знают 3 человека, 3 моих подписчика. Только я. А остальные люди, они как бы вообще не в теме соцсетей, им это не интересно. И работают на самых обычных профессиях, а один из них мужчина-дальнобойщик. Самые обычные люди, которые тоже живут другой жизнью. И да, у нас у всех проходят обследования, мы... различные, давайте так назову, потому что не хочу говорить больше, чтобы не было потом выкарабкивания канала обратно. Вот, ну да, это есть, и если кому-то интересно, то можете посмотреть. Но в принципе, когда мне говорят, как к этому прийти, не нужно идти к неедению. Это же получается, но могу сказать, что все, кого я знаю, и у меня ребята, которые выходят в состояние не еды, это через боль, это через какие-то болезни. И вот из состояния, а я хочу на это посмотреть, а как это будет, я не видела ни одного, кто бы зашел туда. Потому что этот процесс достаточно болезненный, когда у тебя начинает внутри все меняться, все перестраиваться. И когда внутрь попадает там та же вода, ну, например, там купаешься, да, в море, захлебнул воды. И это же все чувствуется, это больно. Это не так, что там сегодня ем, завтра не ем, сегодня пью, завтра не пью. Там абсолютно другие процессы происходят. Вот. Но у меня есть в сопровождении человек, который именно идет в другие познания, но у него открыты некоторые видения, и он понимает, что ему с этими видениями он не справляется в мягком теле. То есть, когда мы едим, тело мягкое. Когда мы выходим на другой уровень уже не питания, а отдавания, то тело, оно уплотняется. То ты уже можешь принимать другие вибрации. Ты можешь, потому что ты все время отдаешь. Ты все время отдаешь, и ты заполняешься новыми, другими вибрациями. И этот человек не через боль, он абсолютно здоровый. И на сегодняшний день у него 7-й месяц,
И у него открываются достаточно такие глубокие моменты, но он работает в определенных структурах, и ему для этого в том числе нужно. То есть это не в телевизоре поговорить, рассказать что-то, показать, какой я. Это не про это. Скажите, кто хочет вкусненького человека или сущности и паразиты в теле? А кто хочет вкусненького? Ну, я бы, наверное, сказала, что это даже не сущности. Паразиты — это да, это однозначно то, что вы привыкли кушать, у вас сформировалась определенная микрофлора, которая просит определенных моментов, в том числе и за счет жидкости, которая находится в вас, чужеродная жидкость. Там базируются все воспалительные процессы, в том числе и на белке, который не ваш. То есть вы, наверное, уже все прекрасно слышали, знаете, кто увлекается, например, какой-то научной литературой, а не какими-нибудь бла-бла-бла, то 80% белка формируется через нейронные связи, то есть у нас в голове. Это не... И когда нам говорят, а как же без белка, а как же там без мяса, а как же там без бобовых или еще без чего-нибудь, где белок брать? В голове, да. И на чужеродном белке формируются какие-либо вирусные заболевания. Вот. Поэтому, конечно же, чтобы поддерживать ту базу паразитарную, вирусную, организм начинает просить у вас. Именно поэтому очень сложно перейти. Потому что когда вы переходите, вот этот вот переход, когда вас начинает просто ломать. И это больно, это сложно. Здравствуйте. Так. Вы совсем ничего не пьете, не едите никогда. Ну, я, ребята, об этом говорила уже. Ничего. Так, ребят, вопросов больше нет. Я, наверное, буду заканчивать эфир. Я вас всех благодарю за вопросы. Пишите обязательно комментарии под видео. Я их все читаю. И если будут какие-то интересные комментарии, то я обязательно буду их озвучивать и отвечать, если вам интересно мое мнение. Всех обняла, всех благодарю, всем спасибо.